увлажнила кремом брови. Брови я оформляю при помощи Maybelline Color Tattoo в 40-м оттенке. Так, кисточка скошенная. Набираю тени, потихоньку начинаю заполнять. Так, и с помощью вот такой щеточки расчесываю. Тем самым убираю еще немного света. Так, дальше наношу базу. Люмине на все веко. Оформляю глазки. У меня Avon, оттенок Mocha. Все, моя любимая палеточка. Так, набираю вот этот светлый оттенок. И наношу складочку и на косточку. Так, один глазик я уже оформила, чтобы не терять время. И продолжаю оформлять второй глаз. Так, следующий оттенок беру троечку. Третий оттенок палетки. Он такой немного блестящий. Сатиновый, бы я сказала. Так, и наношу на подвижное веко. Кисточку использую пушистую, растушевочную. Так, следующий оттенок беру темный. И затемняю складочку. Захожу на косточку. Все растушевываю. Так, дальше беру вот этот оттенок. И растушевываю более темный. Дальше беру самый светлый оттенок, наношу его под бровь. Беру черный карандашик и подвожу нижнее веко. Растушевываю тонкой кисточку при помощи темной тени. И с помощью золотых теней, золотого оттенка, это джинс P279 Just. Извиняюсь, сейчас. Также наношу плоской кисточкой синтетической еще дополнительно под бровь. Придавая более золотое свечение. Так, и уголок глаза. И еще пушистой кисточкой добавлю темного оттенка.
подкладочку. Так, и немного оттенка сатинового. Еще раз на все веко. Так, ну вот. Так, стрелочку я делать не буду. Просто накрашу тушью реснички и все. Так, тушь Maybelline Blush Sensation. Так, Катрис тональный крем Нюд Иллюжн в оттенке, сейчас скажу, в оттенке 10 Нюд Айвори. Наношу с палочкой. Оформила тональный крем, зафиксировала пудрой Essence рассыпчатой Fix Matte. Дальше скулы оформила бронзатором от Vivienne Sablon в оттенке B1 и румяшки от Avon шарики использовала. Ну так, остается нам оформить губы. Но поскольку у меня красный маникюр, спасибо сестренке, привет, буду использовать для губ красную помаду. Это у меня Rimmel, оттенок 170, называется Alarm. Но растушевывать буду помаду кисточкой. Вообще люблю наносить помаду кисточкой. Вот такая специальная кисточка для помады. Вот такой образ у меня получился. Так, на мне будет черное платье. Волосы убрала в пучок, поскольку серьги длинные. Ну что ж, всех целую. Всем пока.